на кольцах у мужчин. А мы с вами смотрим Наталью Сиганшину. Смотрим. Внимательно смотрим. Это элемент еще Лены Шушуновой. Вы знаете, очень трудная у нее программа. Были, наверное, даже вами замечены некоторые, я бы не сказала, это ошибки, а обрывы темпа, так бы. Но я вот сейчас чуть-чуть теряюсь. Отдадут предпочтение ей на этом снаряде или останется у нас с высшей оценкой Павлова? Павлова. Да, вот где-то... Безумно у Павловой было мягче. Вот, видите, какие ошибочки? Вот разлетались носки. Потом, даже когда она со скок пошла, тоже себя не собрала немножко. Ну, Павловой вообще полегче на этом снаряде. Она поменьше, поизящней. Но Наташа очень нас радует своей формой и своим, своим выражением лица уверенным. Прекрасно. Все равно, в любом случае, первая она будет или вторая. Здесь даже уже не важно... Но потому что все-таки, наверное, главное сейчас приобрести вот это вот чувство, прекрасные отношения именно со снарядом.